На выставке «Форуме Россия» на ВДНХ губернатор Приморья Олег Кожемяка вместе с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой запустили экскурсионный маршрут от Москвы до Владивостока навстречу молодежным столицам. Я рад вас приветствовать в Приморском крае, регион, который является форпостом России на Дальнем Востоке, регион, который находится на побережье Тихого океана. Именно отсюда вы начнете путешествие по нашей огромной стране. Цель этой экскурсии форума – показать, какую роль играет молодое поколение россиян в будущем нашей Родины и какие субъекты привлекают амбициозных ребят со всех уголков страны. Первой точкой маршрута стал Владивосток, молодежная столица России 2024. Нас радует то, что Владивосток получил столь высокий статус. Вот, у нас каждый четвертый житель нашего края является молодым человеком, и все голосовали именно за то, чтобы стать молодежной столицей, за то, чтобы участвовать в тех направлениях и проектах, с тем, чтобы реализовать свои возможности. Нет нигде таких возможностей для молодежи, чтобы реализовать себя. Это судостроение, рыбопереработка, это сельское хозяйство, это транспорт, логистика. Ну и самое главное, что это прекрасный край с теплым климатом, с теплым морем. Это бухты, это острова, это тигры, это тюлени, касатки, леопарды. Это все Приморский край, поэтому приезжайте, мы всегда вам рады. Напомним, международная выставка «Форум Россия» учреждена указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Мероприятие нацелено на демонстрацию важнейших достижений страны, а также на повышение уровня информированности населения о каждом из 89 регионов России. Диана Драгомирова, Елизавета Иванова, новости на Восьмом.